Всем привет, Кастелла здесь, и мы с вами продолжаем проходить Фредди Into the Pit. Продолжаем проходить вторую главу, в которой мы пока не можем избавиться от нашего великолепнейшего друга Спринг Бонни. Почему-то многие его называют, хотя мне проще его назвать Спринг Трап, потому что, ну, он больше похож именно на второго, чем на первого. Все, и что получается? Пытаемся найти отца, спасти его во времени, чтобы он не стал Спринг Трапом. Кстати, сам Спринг Трап почему-то не появился в этот раз. В предыдущей серии я никак не мог от него избавиться. Плюс еще я, кстати, узнал, что, оказывается, в этой игре можно починить вообще все игровые автоматы. Но это будет трудно. Но, тем не менее, мы постараемся это сделать, но ничего не обещаю. Нам, скорее всего, придется эту игру несколько раз перепроходить, если вообще игра мне позволит это делать, потому что... Сейчас объясню. Кстати, эскейп сработал так внезапно. Мне почему-то возникает ощущение, что... Как только я одну концовку открою, мне придется переигрывать игру полностью заново. Но, может быть, нет. Очень будет хорошо, если этого так не будет. Я, кстати, не знаю вообще, куда мне нужно идти. Поэтому будем шастать по всему ресторану. Так, мне точно не сюда. Здесь у меня выход. Поэтому будем следить за шагами. Я вообще хз... Кого-то слышим, дверь не поддается. А можно, кстати, здесь обойти. Плюс еще, кстати, я узнал, что оказывается... Он меня увидит? А, и еще. Короче, два момента я узнал. Момент первый. Здесь можно в игре... ползать по вентиляции, чтобы перемещаться между локаций. Это раз. Это раз. И второе. Спрингтрапа можно... отпугнуть, когда он меня находит под столом, с помощью фонарика. Но здесь почему-то у меня это не срабатывает, и он меня практически сразу цапает. Он меня практически сразу убивает. У Витька, например, почему-то такая возможность была. У меня почему-то возможности нет. Я хз. Хотя у меня фонарик заряжен полностью. Это странно. Слушай, а может для того, чтобы починить игровые автоматы, нужно присобачить вот эти вот слоты? Я вот сейчас думаю. Наверное, да. Да, подождем, пока он уйдет. Так, он сейчас где? Блин, я такое ощущение, словно я играю в Alien Isolation, в котором я также прятался от чужого, который вообще все слышал. По-моему, даже он слышал микрофон, насколько я знаю. Главное, сука, я его топот слышу. Он сейчас услышит, если вот это вот развалится. Он сейчас услышит, просто интересно узнать. Нет, он не слышит. Ладно, хорошо. Давайте потихонечку пойдем. Не торопимся, не спешим. Но он ушел вон в эту дверь. Пойдем за ним. Ну давай, пойдем за ним. Каждый раз, заходя на новую локацию, я очень сильно рискую попасться кому-нибудь.
Вот, ребят, вот видите вот эту вот вентиляцию? Вот с помощью этой вентиляции можно будет перемещаться. Так, надо для того, чтобы перемещаться, надо, наверное, отболтить эту вентиляцию с помощью нашей отвертки. Конечно. Вот теперь должно открыться. Все, и теперь с помощью вентиляции мы можем перемещаться далеко на другие локации. Ну и прятаться. То есть давайте посмотрим сейчас, куда мы переместимся. Так, отлично. Мы вовремя отсюда. Мы вовремя пришли, чтобы он вовремя ушел. Отлично. Все. Так, фотография. Это моя школьная фотография с прошлого года. Отец всегда ее носит с собой. На этих подарках больше ничего нет. Надеюсь, что это просто декорация. Иначе какой-нибудь ребенок получит худший подарок на день рождения. Тоже я не знаю. Дверь заперта тоже. И плюс, сейчас вот, ребят, я открою карту. И вот появился. И вот появился новый маршрут. Две запертые двери. Здорово. В смысле, откуда идет этот голос? Че, мне сейчас придется снова, что ли, этот? Чика! Отлично! Бегом. А это не я бегу, кстати. Опа! Пакет с завтраком вывалился из меня. Я не могу двигаться. А Чика что-то больно быстро бегает. Так, ну Чика, короче, она питается мусором. Типа джанкфуд в прямом смысле. Ну, наверное. Короче, вот. У этой штуки вообще есть желудок? Как пахло моим обедом с такого расстояния? На кухне определенно есть ребенок, но я не смогу до него добраться, пока не заманю эту тварь обратно в ее странное гнездо. Если он хочет еды, возможно, я смогу получить кусок пиццы от Джеффа. Поговорить с Джеффом. Это значит, получается, нужно вернуться обратно в свое время. Так, куда я сейчас перемещусь? Так, я переместился на склад, где я прятался от этого. Значит, получается, рядом со мной... Вентиляция не открывается, мешают коробки. Зашибись. Блин. Черт. Так. Идет Бонни. Спокойно. Вернее, Спрингтрап. Так, сейчас мы где? Так, холл для вечеринок. Он пошел наверх. Комната для вечеринок, а там... Блин, это мне надо идти обратно, черт. А там, по-моему, Чика или нет? Чики нету, слава богу. Так, давай. Я, ребят, иногда буду вот так вот менять название. Буду иногда говорить Spring Bonnie, Spring Trap. Но больше, но знаете, что это Spring Trap. Именно Spring Trap. Так, теперь берем жетон. И идем к Джеффу. Вперед. Так, мы вернулись в наше настоящее. Если, ребят, вы вдруг слышите щелчки от окна, это дождь идет. Ливень за моим окном. Эй, Джефф, у тебя случайно нет лишних кусочков пиццы для меня? Извини, парень, ты сам знаешь, что в последнее время дела здесь идут не очень хорошо. Если хочешь что-то, придется заплатить. Ясно. Это если что, не я хожу. Что мне делать? Я не могу ничего купить. Если бы я только мог одолжить кусочек с кухни. У меня есть эта мышеловка. Уверен, что в погоне за крысой Джефф точно отойдет от двери. В смысле? Я сейчас типа не могу туда зайти, да? Отвлечь Джеффа. Мне бы еще понимать, как мне... Куда мне разместить мышеловку? Еще бы это понимать. Но здесь это понятно. Я не знаю, зачем сюда зашел, но я вот решил зайти. Посмотреть, что да как. Здесь внизу батарейку нашел, отлично. А батарейки, интересно, они спавнятся в одних и тех же местах? Прикинь, если да.
Будет хорошо, если батарейки будут спавниться в одних и тех же местах. Но что-то мне подсказывает, что так не будет. Найти способ отвлечь. Мы не продаем кусочки, так что если пиццу, купи целый пирог. Я пока в порядке. Ну, а мышеловку, а куда ее мышеловку-то разместить? Мне бы еще понимать, куда эту мышеловку разместить, в какую сторону. Дверь заперта. Здесь что? А здесь комната с автоматами, по-моему, насколько я помню. Нет, не комната с автоматами. Но здесь я, по-моему, могу по вентиляции ходить, нет? Нет. По вентиляции ходить я не могу. Дверь заперта. Так, здесь что? Так, здесь автоматы, я могу какой-то починить, да? Ну-ка, давай посмотрим. Так. Блок питания, панель управления, пазл матрица, проверка купонов, слот для жетонов. Ну-ка, нет. Не могу пользоваться. Это? Нет. Это? О! Так, и чё? Готово. Убрал систему с жетонами, чтобы можно было играть без ограничений. Похоже, там еще есть билеты. Хорошо, что я все эти годы смотрел за тем, как отец ремонтирует разные вещи. Прикол. Так, и что, я могу поиграть в это? Я могу это поиграть. Ну-ка, давай посмотрим. Пазл решить за определенное время. Так, я могу перемещать эти карточки? Подожди, переставить. Пробел. А, вот так. Ой, это сложно, слушай. Блин, это сложно. Да, попробую. Best time. Я понял, что нужно собрать Фредди, но, блин. А можно-то как-то, я не знаю, выбраться отсюда, из этой игры? Я не хочу ее проходить. Так, сейчас надо как-то голову тебе туда поставить. Где его голова? А, у него вот эти глаза. Обалдеть. Я практически собрал пазл. Я практически собрал пазл. Блин, я практически собрал весь пазл. Проблема только в том, что теперь это не в ту сторону. Пазл. Немного не в ту сторону. Так, давай, вот. Вот. Вот, вот. Так, вот. Я в эти пазлы не шибко вот в подобные варианты пазлов я не шибко умею играть. Вообще. Я лох чилийский вот в этих видах пазлов. Я сейчас просто сам себя запутаю. Да, можно выйти. Я не хочу в это играть. Я не умею вот играть вот в подобные виды пазлов. А можно как-то починить еще какой-то другой автомат? Получается, каждый раз... Вот, слот для жетонов. Ну-ка. Нет. А что я могу? Купоны? Нет. Шарики? Нет. Панель? Панель. О, ну-ка. Вот, давай сейчас посмотрим. Может быть, здесь у меня попроще будет с автоматами. Да, посмотрим. Может, здесь попроще. Собери головные уборы. Давай. Это как в этих. Это как в оригинале. Ну, в оригинале имеется в виду в этом. В самих ФНАФах. Когда там тоже были такие мини-игры. Здесь хоть не за рекорд играть надо. Только надо не попасться вот в эти пушки. Есть. Так, сейчас погодим. Есть. И есть. Ага, вижу дверь. Отлично. Все, вы победили. Собрано 5 из 5. Скриншот. Shift. Скриншот сохранен. И чё? Выход. Мне еще нужно скриншоты собирать. Похоже, я достал билеты.
билеты. Возможно, за эти билеты мне что-то да выпадет. Может быть, как раз хорошая концовка выпадет. Билеты. 5 билетов. Батарейка, слот. Вот. Короче, если с пазлом мне повезет, то я его пройду. Когда-нибудь спасти детей. О, это что, Пакман? Я, кстати, игра за Балумбоя. Так, ну да, это типа Пакман. Это типа Пакман. Нет, не. Тихо. Давай. Есть. Как не удалось спасти детей? В смысле? Чего? Ну-ка, еще раз давай. В смысле не удалось? Я же всех их поймал. Какого черта? Я же всех поймал. Блин, он за моим шагом следит. Он, блин, идет за мной, этот козел. Во! Вот теперь все. Shift. Коробка. Продолжить. Открыта новая музыка. Спасение. О. Саундтрек какой-то вышел. Ладно, окей. Так, два автомата у меня уже готовы. Так, здесь что? Да понятно, что не может использовать. Подожди, а что я могу? Жетон? Нет. Проверка устройства купонов? Да. О, хорош. Если бы у меня был купон, я бы обменял на этот приз. Это ракетный корабль, выглядит так круто. А у меня же есть. В смысле нет купона? У меня есть купон. Или это не тот купон? Походу, это не тот купон, который мне нужен. Ладно, окей. Так, этот автомат не починить. Это можно починить. Ну-ка, что у меня есть, чтобы починить этот автомат? Деревянные шарики? Нет. Блок питания? Нет. Электронная пушка? Нет. Колонка? Нет. Механизм? Механизм. У меня на самом деле есть все предметы, которые помогут мне починить автомат. Ну-ка. Подъемы с Хелпулесом. Чего? Нихера себе гигачаты. А что делать? А, типа надо за один раз несколько подходов сделать. Ну, 7. И чё? Пойдет? Не понял, что это значит? Конец игры, подъем 7. И что? А сколько надо было? А я смогу больше? Да, попробуем больше. Еще билеты, возможно, этого хватит для купона. Не, подожди, а я смогу еще сделать? Давай еще попробуем. Я определенно могу больше. Девять. Пойдет. Скриншот. Пойдет. Новая музыка открыта. Супер. Так, что еще есть? Еще есть автомат, да? Посмотрим, что я могу здесь сделать. Твердка? Ну, вряд ли. Космические колонки? Конечно. Может, я смогу пользоваться кого-то, чтобы... Да я понял. Подожди. Фастфуд-захватчик. А, типа Space Invaders, наверное. Типа Space Invaders. Или этот, или Asteroids. Больше скорее похоже на второе, чем на первое. Хотя есть игры, которые... Как у этого, как у AVGN в Action 52, где там тоже просто один... Вот этот один экран. И приближаются... космическому кораблю определенные враги. Я подумал, у меня закончились эти. А он что, призиками стреляет, что ли? Такие розовые ракеты какие-то у него странные. Он кого-то призиками стреляет. Так, тихо. Давай. Отлично. Что
что они в меня не попадают ни разу. Воу-в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 оу
так. И чё? Не будет открыта музыка? Ну и хрен с ним. Ещё билет взяли. Чё, у меня сколько получается этих билетов? 27 билетов, жесть. Деревянные шары? Нет. Блок питания? Нет. Электронная пушка? Да. Отлично. Сейчас все автоматы починим. Может, даже достижение получим. Так. Стрельба по космическим шарам. Давай. Опять? Вот, вот это больше похоже на астероид. Вы чё прикалываетесь? Вы чё прикалываетесь? Сначала деби... А, я забыл, что у меня пробел же ведь. Я на Е нажимаю. Усиленно на Е нажимаю зачем-то. Подожди, давай. Ну вот, вот сейчас уже получше. Тихо. Тише. Давай. Балумбой. Давай, хотя бы 1000 наберем. Во. Может, даже 2 получится. Слушай, ну у меня пока получается. Вот сейчас уже с третьей попытки. Маленький. Отлично. Тихо. Ну ё. Отлично. Сейчас, прикинь, 2 смогу. Нет, не смог. 1950, неплохо. Пускай, хрен с ним. Тоже неплохо. 2 билета еще. Так, дальше смотрим. Что у нас еще осталось? Блок питания? Да. Отлично. Сейчас все автоматы починим, будет круто. Так, доставить пиццу. Это этот, Фрогер. Это Фрогер. Это я узнал. Это Фрогер. Фрогер и игра еще одна, которая очень которая похожа на Фрогера, но она про курицу. И что? И что? Я перешел. Алло. А, вот так. Это на скорость, на время. Ема. Слышь. И еще плюс, вон, видите, сложность увеличивается. И время, по-моему, ускоряется. А то я думаю, а что столы здесь стоят? Я еще подумал, сначала надо на финишную прямую идти. Оказывается, нет, нихера. Так. Ага. Тихо. Отлично. Так. А чё так изи? А чё изи? Я чё, играть в эти игры научился, что ли? Вот подобные, типа Фрогера. Чё-то изи, я вообще-то легко прохожу. Хотя играю на то ли среднем, то ли на высоком уровне сложности. Имеется в виду самой игры. Но в какой-то момент я все равно лоханусь. Так что это не вечно. Ну да, вот сейчас, например, лоханулся. Рано слишком начал бежать. Ну ладно, хрен с ним, пускай будет так. И мне за это тоже опять ничего не дали. 3 билета, ну хрен с ним. Так, что у меня еще осталось из предметов? Деревянные шары. Это вот та самая игра, которую я в тот раз не прошел, когда был с друзьями-то из прошлого, да, получается? Это та игра? Конечно, это та игра, блин. В которой хрен попадешь этим шариком. Ну, в этот раз попал, но 40. А у меня шаров 6 штук, да? Опять 10. Как мне попасть вот в эти вот углы? Я вот не понимаю. О, сотку набрал. Первый раз за столько времени. Еще сотку набрал. Отлично.
Осталось 3 шара. 350. Хорош. Короче, 550 у меня получается будет сейчас. Нет. 450. 460. 460. Ну и давай финальную добивочку. Ладно, не такую хотел финальную добивочку. 470. Неплохо. Пусть будет. Можно было на самом деле рассчитывать на 500. Не геймер. Почему? Так, давай почитаем достижения. Почему не геймер? Где здесь? А где достижения? Достижения вот здесь. Сейчас почитаем. Не геймер. Что значит не геймер? Пройти все аркадные игры. А почему не геймер? Странно. Для этого шкафа у меня нет нужных деталей. Как нет нужных деталей? Есть у тебя, не ври. Для одного кого-то шкафа нужно было какой-то купон положить. У меня же есть этот купон. Вот. Да есть у меня купоны. Ты идиот, что ли? Блин, он меня бесит, серьезно. Этот главный герой, он меня бесит. У меня же есть купоны. Есть. Ты давай, не ври мне здесь. Вот сука, вот козел, а. Ладно. Так, что сейчас? Так, значит, возвращаемся к нашему делу. Нужно отвлечь Джеффа. Так, а если... Это я... Это ничего она нового не даст. Блин, а что мне... А куда мне нужно разместить эту мышеловку? Куда? В какое место? Вот он освободил свое это. Похоже, сегодня предложение кусочек пиццы. Ла-ла-ла. Я ничего не понимаю. Куда мне нужно разместить мышеловку? Куда? Здесь нет вкусов. Джефф Спица, это вот я где сейчас был. Да, это вот сейчас где я был. Найти способ его отвлечь. Может, я не знаю, может, надо ему что-то как-то положить или что, я ничего не понимаю. Или, может, мне надо в прошлое переместиться, чтобы убить, я не знаю, шеф, убить, я не знаю, этого Джеффа. Я хз вообще, что мне нужно делать? Найти способ его отвлечь. Как? Как? Вопрос. Как мне найти способ его отвлечь? Как? Если я ничего не могу сделать. Если я не могу вот так вот взять и подойти вот сюда. Нужно как-то отвлечь Джеффа. Как? Как? Все, я начинаю, ребят, тупить. Я начинаю тупить, потому что я не понимаю, что мне нужно сделать для того, чтобы отвлечь Джеффа. Главный герой сказал про мышеловку. Но что я должен сделать с этой мышеловкой? У меня она есть, спору нет. Может, ее разместить надо куда-то? Джеффу стоит купить еще таких. И что? 40 билетов, кстати, я получил. Круто. Фотография Освальда. Кошелек отца. И еще воспоминания. Отец всегда меня фотографирует в первый день школы. Мне немного неловко, но я думаю, это делает его счастливее. В этом году он не смог сделать фотографию моего первого дня. И все. Короче, ребят, я начинаю тупить. Я начинаю тупить, потому что я не понимаю, куда мне нужно поставить эту мышеловку. Найти способ его отвлечь. Как найти способ отвлечь, если я вот серьезно, я уже везде походил, и я не понимаю, что мне нужно делать. Главный герой сказал зачем-то про мышеловку. Может, я смогу использовать кого-то, чтобы отвлечь Джеффа? Кого? Кого? Ты хочешь сказать, что ты можешь кого-то подчинить, что ли? Кого-то аниматроника? Использовать кого-то. Мышь? Ты хочешь поймать мышь? А где ты его поймаешь? Дома у себя, что ли? Я знаю только то, что где-то крысы на этом уровне они обитают. Это я точно знаю. Он что хочет сказать? Он хочет сказать, главный герой, что я должен сейчас на свою мышеловку поймать мышь. Вопрос. Где я должен эту мышь поймать? Где вообще находятся мыши? Я вообще крыс видел? Может, мне реально надо переместиться в прошлое для того, чтобы эту мышь поймать? Или что? Я ничего не понимаю.
Ну это тоже не то. Включу фонарик, толку нет. Зачем мне этот фонарик нужен? Короче, ребят, все, я начинаю тупить. Я не понимаю, что мне нужно сделать, чтобы отлить Джеффа. Мне есть один вариант, но я не помню, что там были крысы. Я реально не помню. Все, я тупить начинаю. Все, я не знаю, я не понимаю. Короче, ребят, для того, чтобы поймать нашу крысу, оказывается, действительно нужно вернуться в прошлое. И в холле для вечеринок где-то эту ловушку надо поставить. Сейчас только остается вопрос, где ее надо поставить, в каком месте ее надо поставить. Вот здесь. Так, теперь надо сейчас выяснить, как эта крыса попадет в ловушку. Отлично. Готово. Отлично. Все, крысу поймали. Все, теперь возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Так, ребят, вот мы вернулись в наше настоящее. Если вы вдруг заметили какие-то потемнения вокруг нашего героя, то есть как будто экран заляпан, знаете, в какой-то момент, когда меня SpringTap вновь заметил, то появился какой-то очень странный мини-скример, в котором там просто показывается картинка самого SpringTap, но это меня не убило. Но когда я вернулся в свой портал с вот этим вот бассейном из шариков, у меня появились призраки моих предыдущих друзей. Вау. Я это, к сожалению, не запечатлел, потому что этот момент уж очень быстро он прошел. И плюс у меня напряженный был довольно-таки момент. Поэтому, увы, запечатлеть это не смог. Если вдруг найду скриншот, может быть, у другого какого-нибудь там летсплейщика, может быть, я это как-то покажу, чтобы было понимание, о чем я говорю. Вот. Плюс еще у меня немножко побилась статистика с автоматами. Дело в том, что когда меня Спрингтрапом поймал, когда я путешествовал в прошлое, у меня количество жетонов уменьшилось. И плюс у меня некоторые автоматы были не починены. То есть меня игра выбросила там, где я последний раз чинил автомат. Там, по-моему, был какой-то то ли третий, то ли четвертый, там, в общем, какой-то вот такой. И в итоге у меня количество билетов уменьшилось. И сейчас я вот пытался пройти вновь те автоматы, на которых я побил свой предыдущий рекорд. Там, например, на шарах у меня было 470. У меня сейчас результат ухудшился. То есть игра, она все же считывает мои результаты и их сохраняет. Но, к сожалению, она не сохранила мои билеты, в результате чего у меня из 40 билетов ушло 11. Поэтому, ребят, вот такой вот у меня результат получился. Поэтому извините за такую оплошность. Плюс я еще здесь случайно нажимаю на Q. Поймана крыса. Это должно быть достаточно, чтобы ответить Джеффа. Я не буду это кричать. В городе новая крыса, да! Только не здесь, приятель! А, это Джефф уже говорил. В городе новая крыса, приятель. Так, ну, короче, понятно. Теперь можно идти на кухню. Нужно пробраться, схватить пиццу и поспешить, пока Джефф не вернулся. А пицца находится вот здесь. Я не знаю, исчезнут ли потемнения у главного героя или не исчезнут. По-моему, вроде исчезли. Извини, Джефф, я постараюсь найти способ оплатить тебе. Батарейка еще одна нашлась. О, круто. Нет, потемнения не исчезли. Это огромный холодильник. Не хотелось бы там оказаться запертым. И здесь есть рубильник еще. Ну, хоть вот впервые оказались вот в том месте, в котором, ну, лично я хотел быть. По крайней мере, в этой игре. Выманить птицу. Чику в данном случае. В данном случае это Чика. Я не знаю, сейчас появятся, ребят, призраки или нет. Если появятся призраки, значит, я их запечатлею. Не появятся, значит, не появятся. Вот здесь вот были призраки. Прям вот возле вот этих вот трех наших аниматроников. Вот здесь были призраки. Я клянусь, они были. Так, теперь надо сейчас понимать, где этот спрингтрап. Короче.
фонарик, он работает, но надо очень быстро на него нажимать, чтобы... Сработал нужный эффект на этом самом, на спрингтрапе. Выманить, а как? А, нужно же пиццу положить в этот, в хлам с мусором-то. Ну точно, я уже забыл. Клади. Положил. Я не так себе представлял откорм, но что делать? Спусти ребенка. Че, он идет? Идет. Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас главное не бежать. Сейчас главное просто не бежать. Вперед паровоза. Все, он нажрет, теперь идем. Просто идем, не бежим. Все, заходим. Отлично, жетон. Может, в холодильнике? У меня мурашки, не уверен, дело в холодильнике или в атмосфере. И в том, и в другом. В печи. Чувствую, будто эта печь может заглотить меня целиком. Телефон. Вот он. Иди ко входу. Оз, он шел? Пока да. Пойдем к выходу. Где-то телефон звонит. Так, я могу здесь спрятаться. Хорошо. Что я наделал? Он там? Он там. Он скоро будет там. Бежим, 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 бежим. Давай скорее. Чего? Ты идешь? Нет, я ищу своего отца. У него каштановые волосы и синяя рубашка. Ты не видела его? Это мальчик. Нет, ты не видел Чипа? Мы были в зале игровых автоматов, когда вырубилось электричество. Нет, не видел. Ты думаешь, что он... Опа! Бегом. Это было внезапно. Это было очень внезапно. Давай вот сюда. Здесь и Чика. Здесь все. Зашибись. Вентиляция. Бегом пауков. Да. А. Только попробуй, только попробуй, блин, сука. Мне сейчас еще вентиляцию поднять. Там, короче, сейчас звучал телефон. Получается, в этой игре еще есть телефонный парень тот самый. Зашибись, короче. Теперь мне сейчас еще воевать сразу с двумя аниматрониками. Ёкарный бабай. Чё я сейчас наделал? Блин, я забыл, что здесь этот, блин, ящики долбаные, блин, я забыл. Сбежать, так я сбежал. Или сбежать куда? Сбежать в этот, на улицу, из пиццерии? Где сейчас этот козёл? Вот здесь вот, ну-ка, ну-ка, может сейчас телефон работает? А где был телефон? Может, я телефон не заметил? Это не телефон. Это тоже не телефон. Короче, где-то звонил телефон, но я не вижу телефона. Вот телефон. Блин, я его не заметил. Алло, есть там кто? Возможно, повесили трубку. Блин. Такую возможность профукал. Ну ладно. Ну капец. Ну ладно.
Может, в следующий раз он позвонит. А может и нет, я не знаю. Но сейчас наша цель сбежать. Вообще-то по-другому сбежать надо. В наше настоящее надо сбежать. Или нет? Мы же ведь находимся сейчас в прошлом. В прошлом. О. Сбежали. Это было слишком близко. Почему я не могу найти его? Где я еще не смотрел? Пойти домой. Пойдем. Наш посттравматик. Дом Освальда, день третий. Фух. Почти не спал. Почему я не могу найти маму? Опа! Ух. Что ему еще нужно? Почему он не охотится, кстати, за нашим главным героем днем? Интересно узнать. Так, давай кошака погладим, чтобы настроить нашего главного героя на нужный лад. Все. Теперь ищем нашу мамку. Это что, флаг России? Внезапно. Короче. Получается, сейчас каждый раз, когда я пытаюсь выбраться из дома, один какой-то выход, он блокируется. То есть в следующий раз мне нужно будет таскать лестницу, вот эту вот громоздкую, и дотащить ее до, ну, не подвала, а как это называется. Я уже следовал раз за ним. Вышло не лучшим образом. Да, вот в подвал в следующий раз нужно будет таскать ту лестницу. А лестница, она жутко громкая, поэтому будет трудно. Но тем не менее. Вот мамка. Доброе утро, Освальд. Ты готов к завтраку? Думаю, я поем сегодня в школе, если не, ты не против. Хорошо, милый. Ты уже завел новых друзей? Ну, есть один новый парень, от которого я не могу отвязаться. Ну же, Ос, это не очень красиво. Может быть, он просто хочет быть твоим другом? В любом случае, это всего лишь твой второй день. Все наладится. Не все сразу, всему свое время. Он же хотел со мной встретиться в библиотеке, насколько я знаю. Сейчас что, уже теперь такой идеи больше нет? Походу, да. А почему нельзя, кстати, сразу вот эту лестницу взять и перетаскать ее к окну? Что мешает главному герою сделать это сейчас? Почему он обязательно это должен делать ночью? Я понимаю, что это создано для того, чтобы атмосферности добавить. В атмосферности безысходности, атмосферности того, что тебя преследует вот такой вот монстр и так далее. Вот отец. Ты шестиклассник теперь, но тебе не убежать от маминого поцелуя. Давай, это хоть как-то, но утешит. Веди себя хорошо сегодня, Освальд. Помни, что мы с папой всегда рядом. Особенно папа. Особенно папа. Жаль, что ты не веришь мне по поводу отца. Очень-очень жаль. Нормально, без портфеля, вообще похер. Идем все спокойно и не жалуемся ни на что. Давай. Пойдем в школу. Третий день, школа. Все любят пиццу, особенно Чика, ладно. Это мы знаем. Ха, это же у вас фото Ацелот. Ищешь место для Линки? Ацелоты не линяют, Дилан. Я смотрю, ты теперь эксперт. У меня сегодня проблемы посерьезнее тебя. Вот так вот. Хотел меня обосрать, в итоге сам обосрался. Нифига себе. В чем дело, Освальд? Все нормально, мисс Митчем. Я просто не могу сосредоточиться. Возможно, для ясности в голове тебе стоит размять ноги. Я оставил книгу в кабинете директора. Не принесешь мне ее? Давай.
Кстати, вот эти потемнения, о которых я говорил, вот видите, они на следующий день не исчезают. Как я могу спасти отца, если едва могу выяснить на уроках? Ну же, Ос, как говорила мама, не все сразу, всему свое время. Забрать книгу мисс Митчем из кабинета дерева... Или нет? А, нет, смотри, потемнения остались. Видите, потемнения все равно остались. Немножко, вот видите, запятнался экран, то есть все равно осталось. Чуть-чуть. Потому что меня уже один раз напугал. И у меня появляются эти призраки. Вот кабинет директора. Эй, ты почему не в классе? Я пришел за книгой для мисс Митчем. Нет, парень, ты здесь, чтобы помочь мне найти ключ от кабинета. Что? Дверь в кабинет закрылась, когда мне нужно было перекусить. Ой, то есть, когда нужно было отойти, чтобы следить за поведением учеников. Я поищу его. Ты мой спаситель, малыш. А его разве у меня нет ключа? Найти ключ от кабинета директора. Зашибись. Ладно. Давайте поищем. Ну ж, по-моему, есть ключ. Нет? Нет ключа у меня. Заперта дверь. Так, а если с ней поговорить? А ключ не отдастся и не дойдется. Ладно. Ключ от кабинета директора. Так, трофеи. Здесь нет ничего, кроме ничего спортивной одежды. Регистрация на кинопоказы, что? Пенсию будет собрать, это действительно весело. Не договорил про кинопоказы. С общим фильмом с горящими животными с фермы. Я уже слишком большой для этого. Горящие животные с фермы. Ну, таких фильмов довольно-таки много, на самом деле. Ключ, ключ, ключ. Энциклопедия. Вот ключ. Ну, ключи. Нашел. Это было довольно быстро. Взять книгу миссис Митчем в кабинете директора. Ого! Где ты его нашел? Я почти каждую комнату в школе осмотрела в поисках этого ключа. Почти каждую комнату? Мне нужно идти. Мне кажется, меня кто-то позвал в кафетерии. Отлично. Вот они. Наконец-то теперь я могу вернуться в класс. А это что такое? Стоп, что это? Так, я смогу проучить Дилана, чтобы он не лез ко мне. Ручка-тянучка. Забавно, забавно. Ладно, пойдем тогда. С этой ручкой-тянучкой, сучкой. Трясучкой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Освальд, ты ничего не особо торопился, как я смотрю. Простите, мисс Митчем, мне нужно было очень этот перерыв. Класс, до завтра. Не забудьте написать сочинение. Пойти домой. Так, ну все, пошли. Особо разговаривать здесь не будем ни с кем. Здесь что-то один парень стоит просто так. Дилан пытается выпрыгнуть из-за ящиков, чтобы напугать меня. Если я вижу, то нечего бояться, верно? Ну, верно. А если я пойду не домой, а куда-нибудь в другую сторону? Просто интересно узнать. Так, ну тут никого нет. Тут никого нет. Значит, получается, нужно идти домой все-таки. Ладно. Пойдем домой. Это кто? Один мальчик стоит на другом. Ладно. Допустим. Идем домой. Что-то там в этой школе. Итак, третья ночь. С громоздкой лестницей. Похоже, он опять бродит по дому. Нужно выяснить, нужно способ, найти способ выбраться отсюда. Итак, сейчас вот то окно, на которое я спускался по веревке, с которого я спускался по веревке, сейчас оно заблокировано. Сейчас теперь нужно вновь находить лестницу. Вопрос заключается только в том, где она находится, эта лестница. А лестница, она, по-моему, находится в
То ли на чердаке, то ли где она, я не помню уже. Уходим. Сейчас единственный способ сейчас выбраться из дома, это идти вот сюда. Вот, видите, вот это окно. Вот, нужно туда поставить лестницу. Тут нам нужно поставить лестницу. Я теперь сейчас не помню, где находится лестница. Такая громоздкая очень лестница. По-моему, она на чердаке находится, я понял. Здорово. Отличное начало. Просто отлично, сука, начало. А здесь дверь закрыта. Здорово. Так, это, ребят, будет очень-очень много раз. Очень много раз это будет происходить. Ну а что делать? Ну а что делать? Повторение мать учения, блин. А может отсюда я смогу? То есть не отходя от кассы. А? Как вариант. Не могу использовать. Жетон не могу использовать. А отвертку? Отвертку. Изи. Просто изи. Отлично. Все гениальное просто. Но, блин, последняя гениальность, получается, у нас сейчас с этими. С чем? С громоздкой лестницей. То есть, получается, остается в этой игре еще два способа выбраться из дома. Один способ — это вот тащить вот эту огромную лестницу, очень шумную. А второй способ, я вот, честно признаюсь, даже не знаю, что за второй способ такой. Я его потому что не видел еще ни разу, этот способ. Странно. А где двери? Странный. Почему странный? Ты пришел за пиццей? Нет, просто тусуюсь. Ясно. Кто-то по имени Я Неудачник позвонил, чтобы сделать заказ, но так и не забрал пиццу. Я Неудачник? Я понял. Наверное, недавно в городе. Джефф, мне кажется, это выдуманное имя. Я Неудачник. Парень, оставайся в школе. Не врубается наш Джефф в приколы. Не врубается ни разу. Так. Когда, короче, вот смотрите, вот сейчас у меня третья ночь. И вот эти потемнения, вот сейчас потемнения исчезли. Вот рил. Раньше этот город был чем-то интересным. А что сейчас? Посмотри на эту свалку. Если бы можно было найти эту работу, найти работу, меня бы уже здесь не было. О, еще тетя. Раньше пицца была намного вкуснее. Хотя, стоит признать, после покупки заведения Джеффом пицца стала намного дешевле. Количество преобладает над качеством, полагаю. Хорошо. Хорошо. Ладно. Ладно. Ну что, пойдем спасать третьего, получается, ребенка. Двоих мы уже спасли. Сейчас идем спасать третьего. В прошлый раз эта штука пришла из игрового зала. Может быть, это удерживает папу там? Чип тоже. Найти способ попасть в зал игровых автоматов. И вновь, видите, зазвонил телефон. Вот сейчас давайте пробуем трубку поднять в этот раз. Потому что в прошлый раз я чисто тупо телефон не заметил. А сейчас, может быть, все получится. Телефон, кстати, не шибко шумный. Алло? Что ж, если ты все еще слушаешь, есть некоторые вещи, которые тебе не говорят, когда ты подписываешься на работу. У аниматроники плохо со зрением. И если они видят движение, они могут подумать, что это металлический эндоскелет. Некоторых можно найти за кулисами, если ты еще не наткнулся на них. В любом случае, если такое происходит, они думают, что ты являешься частью аниматронного костюма. И что тебе не следует бродить без него. Я к тому, что защитят тебя.
Стачьте в аниматронный костюм с применением некоторого количества силы. Это объясняет, почему здесь такая текучка кадров. В любом случае, ничего страшного. И все. И все. Разблокироваться достижение, это я понял. Споткнуться три раза. Ночное видение пройти игру без фонаря, который я уже читал. Стать джинкс в комнате 10 раз. Ответить на звонок. Вот. Вот. То есть это все получается нужно было ради достижений. О, еще флешбэк. Это фотография моей семьи на отдыхе. Отец обычно носит ее с собой. Так, это флешбеки. Давай почитаем про флешбеки. Так. Где тут? Это я читал, по-моему. Да, это я читал. Отец смотрит на эту фотографию меня и мамы в последний, почему-то здесь не перевели, путешествие на пляж. Отец и я что-то солнце обгорели на солнце или что, когда мама позвала нас полакомиться лобстерами. Мы должны были обмазаться защитными, ну, этими солнцезащитными кремами, как она сказала, но папа и я были слишком заняты плаванием, чтобы это помнить. Иногда я не понимаю, как маме удается терпеть нас. Нет, иногда у меня возникает вопрос, почему где-то игру не хотят переводить. А попасть в зал игровых автоматов, а я же ведь попадал сотню раз. Это ведь вот тот зал, который я имею в виду? Ну да. Вот холл, вот холл для вечеринок, вот сейчас я попаду. А там, по-моему, Чика, насколько я знаю, ходит. Или не ходит, давай посмотрим. Наушники же ведь еще. Стоп, я вижу. А может... Меня это бесит. Меня просто жутко это, сука, бесит. Ой, ты еще здесь. А ты меня не найдешь. Я хорошо спрятался, поэтому иди в жопу. Короче, я обнаружил вентиляцию сверху. И могу сейчас туда применить вот эту вот липучку. Ручку-липучку. Попробовать. Давайте попробуем. Сейчас давайте вернемся обратно. Что это такое? А, понятно, это не то, что мне нужно. Блин, каждый раз, когда начинаю заходить вот в эти определенные комнаты, это всегда игра в угадайку, ей-богу. Во. Здесь что-то блестит. Если бы я мог только... Минуточку. Моя рука-липучка. Ключ. Кто-то идет. Там кто-то идет. Так, я нашел ключ. Ключ, наверное, это, скорее всего, вот в игровые автоматы. Стоп. Здесь кто-то идет. Ага, спринг-трап. Спокойно. А он вообще умеет заглядывать вот в эти... скатерти, не только когда он просто ходит. Вот мне просто интересно узнать. Наверное, скорее всего, нет, не умеет. Так, давайте посмотрим на карту. Так, получается, я могу воспользоваться двумя способами попасть вот в вот зал игровых автоматов, но получается, туда, куда я сейчас иду, туда, скорее всего, не попасть, да, получается? Плохо. Плохо. Да? Так, там стоит эндоскелет. Он меня убьет? Бесполезно, слишком тяжелое. Так, а у меня же есть вентиляция. Только она идет в кладовую. Ну и хрен с ним. Сейчас только надо угадывать, что там находится в этой кладовой. Вперед. Вперед.
Так, сейчас пока никого нет. Поэтому идем. Так, вот зал игровых автоматов. Я зачем-то взял ключ, но зачем? Блин! Вот, ребят, вот вы сейчас видели. Вот вы сейчас видели, что дверь не тряслась. Обычно, когда появляется рядом аниматроник, обычно всегда появляется вот этот вот, как он называется? Обычно всегда вот появляется... обычно всегда трясется дверь. Здесь вот раз дверь не тряслась. Блин. И что получается? Это получается, сейчас мне придется снова разговаривать с телефонным парнем. Опять мне придется махаться с этой ручкой-тянучкой для того, чтобы достать ключи. Ну, ё-моё. Сейчас обязательно появится Чика. Короче, ребят, походу придется все оставлять до следующей серии, потому что... Ни хера у нас ничего не получается. Почему-то, кстати, Чика за нами не бежит, когда... А, стой, тут бежит, конечно. Но он не полезет, к счастью, в этот самый... В скатерть, потому что это... Главное, на телефон они почему-то не реагируют. А как на меня, так они реагируют. Сука, только попробуй мне туда пойти. Че, пойдем? Пока он нас не слышит. Я не знаю, ребят, что делать. Мне до телефона просто не добраться туда. Мне не добраться до этого телефона. Там все время находится Чика. Чика никуда не уходит оттуда. А вот ты куда сейчас пойдешь? Мне просто интересно узнать. Он за кулисы пойдет, серьезно? Он теперь уже и туда ходит. Охренеть, он теперь еще и туда ходит. Я надеюсь, Чика ушла в этот раз. Так, опять сейчас придется вот эту фотографию читать. Это же так интересно читать эти долбанные фотографии. Давай. Так, отлично. Подожди. Так, теперь давай поговорим с телефоном. Блин, еще этого парня нельзя пропустить, скипнуть. Черт. Блин. Ну чё? Почему в этой игре ни хера это не идет, деталь не продумали? Сейчас прикинь, короче, во время разговора ко мне еще вот этот как его зовут? Вот эти еще ко мне прибегут, нападут. О, это будет еще жесть. Да-да-да. Anyways. Anyways, подожди, где сейчас я нахожусь? Так, можно сейчас, в принципе... Нет, без принципов. Пойдем так. Так, сейчас я надеюсь, там Чики нет. Чики нет, слава богу. Так, давай скорее. Забирай ключи. Бери ключи. Ключ от зала игровых автоматов. Так, иди. Куда? Иди в кладовую. Так, пошли в кладовую. В кладовой нет никого, слава богу. И ключи от игровых автоматов. Отлично. Вот. Теперь мы здесь. В один автомат даже можем поиграть, кстати. Бонни. Это если что, не я сейчас бегу. Это бежит главный герой. Это было близко. Возможно, если бы я знал больше об этом существе, я бы смог его отвлечь. Отлично, все, сохранение прошло. Все, давайте пока мы на этой ноте мы с вами остановимся, на ноте Бонни. Все, и в следующей серии мы будем, получается, что делать? Придумать что-то, чтобы выманить кролика Бонни. Как-то так. На этом и все.